Всем привет! 20 сентября на телеканале «Украина» состоится премьера второго сезона 16-серийной мелодрамы под названием «Тайная любовь. Возвращение». По сюжету жизнь Любы Зацепиной наконец-то наладилась. Она вышла замуж за Кирилла, который обещает ей счастливое будущее. Но их свадьба завершена сообщением о минировании, и их союз резко начал подвергаться тяжелым испытаниям. В итоге бизнес Кирилла разорен, а из заключения выходит смертельно больной Юрий. А в доме Любы появляется Ирина, похожая на погибшую девушку, которую некогда любил Кирилл. И теперь жертвенная и всепрощающая любовь главной героини заводит ее в психологический тупик, выбраться из которого окажется ох как непросто.